десятка отсюда и 10 побед. Удивительно. Пом-пом-пом-пом. Ты канешь в небытие. Хорош! Три в лицо! Три в лицо! Ладно, пока всем нахуй, блядь. Сегодня у Олега Коротова день рождения. Поздравь, пожалуйста, как умеешь. Олег Коротов, поздравляю с днём рождения, закрутим друга. Открою историю игр, ебанутые. Как? Я уже описал то, что было, блядь. На стриме вчера перед вылетом компьютера была, блядь, карта с тотема, которая замешивает всю руку, и у него вместо 8 карт было 0 карт, блядь, в руке. Потом снова такая же хуйня была, и потом он еще заюзал ауешку и зеро и зачистил свой стол. Ну, блядь, в это просто невозможно поверить, но он долбоеб бот, блядь, это 0-2 было. Типа, блядь, невозможно с этого не улыбаться, потому что в голове, блядь, ну, проходит инфа о том, что... Кстати, он у меня карты забрал. В голове просто идет инфа о том, что долбоебы будут рофлить, и они в жизни в это не поверят. Ну, конечно, в это не поверят. Блять, как в это можно поверить, ну? Есть Сайлос карта. Есть Сайлос карта, ну типа, блядь. Ну, стенка 2-7 чуть сейвит. Бля, ёбаные сиськи, а. Всегда, блядь, от сисек проблемы, нахуй. От вонючих этих. Ну все. Ну, стир-карта поможет ему. Там в районе 15 будет. Раз, два, три. Тос, совсем ты хотел меня убить. Блять, как вы заебали уже, блять! Ебанутые, блять! Ну, пиздец! Какого хуя все роги, блять, пока... А что если консекрейшн топ-декнуть, а? А-а-а, блядь. Пум-пум-пум-пум. Так, ну теперь топ-дек десятки. Либо сегодня играл на... сегодня играл в Xbox. Нахуй, в дартс этот ёбаный. Так, блядь, даже там, нахуй, скрыто пул. Потому что ты стоишь, я, блядь, задержал дыхание, просто стою, на мне камера смотрит, это от Xbox, поняли? Ты стоишь, не двигаешься, и, блядь, у тебя прицел, блядь, в разные стороны бахается, чтобы ты не попал. Я хочу в лицо бить! Цели мне не дотянуться. Время так быстротечно. Не догоняй. Хорош! Три в лицо! Три в лицо! Удивительно. Ну, второй раз, блядь, налетал. Блядь, господи, я не могу, блядь, у меня просто жопа горит от этого блядского казино, нахуй. Я прошу, чтобы этот еблан пришел на старте, две арены из пяти, он приходит перед леталом. По статистике, блядь, он будет приходить в 50% играх. На практике он пришел только один раз. Вот вам и статистика. Пожалуйста, блядь, на глаза просто. Вы выиграли, блядь, сир-карты, три арены, из которых две, блядь, он просто нихуя не сделал. Вот вам статистика, пожалуйста. Зато в 50% арены, то есть в 6 катках, у нас сейчас счет 3 победы или 4, в 50% игр он пришел. Значит, все правда, все правильно. Уроды, блядь. Просто уроды, нахуй. Это просто скрипты, блядь. Зато, как бы, ну, если обращаться в органы, блядь, то вам, ну, писю к носу притянут. Вот, пожалуйста, 50% игр приходит, какие вопросы? Сыграли 6 арен, 3 раза пришел в руку. Вот вам статистика, вот вам... Блять. Придержим карту. Вчера сидел на лавке, подполз какой-то бомж, грозно крича пум-пум-пум-пум, сел рядом на лавке и залпом выпил бутылку водки. Да хватит пиздеть!
Кишь конченые, блядь. Кишь конченые. Ну ёбаный ты дебил, блядь!